за финал. Ты вообще мог себе это представить? Нет. Я, конечно, все понимаю, но что делать дальше? Про судьи читали, судьями читали, что делать? А давай просто постоим. Вот Кондратюк офигеет. Пацаны весь прямой эфир просто простояли, прикинь. Слава смеяться будет. Так она всегда смеется. Вон, смотри. Эктор ничего не поймет. Сектор. А Узелков? А Узелков. Красавчик. Давай это, наверное, просто зачитаем, да? Да, давай. Давай попробуем. Давай, погнали. Качаешь тут с нами, с реальными николаевскими пацанами. Нас двое, это немало, и мы прошли до финала. В эфире телеканала все так же стелим, как надо. Тут с Николаева банда, и мы тебя не обманем, сказав, что здесь мы читаем благодаря своим мамам. Мы не за миллионы, миллион не надо нам. Сегодня мы на полную читаем для мам. Поэтому судьи, по сути, нас не обессудьте. Читаем для родных, а кто самый родной, вы в курсе? Для тех, которые за нас больше всего болели. Для тех, кому важнее всего, чтобы мы поели. Для тех, кого конкретно качает наш голос в плеере. Кому важнее, чтобы одеты были потеплее. Мы кто говорит, чтобы зимой были штаны поддеты. Для тех, кому мы не рэперы, а просто дети. Кто всегда за нас горой? Ма-ма-ма. Для кого всегда герой? Для мамы. Кого любим на всю мощь? Ма-ма-му. У кого вкуснее борщ? У мамы. Кто в телефоне не поймет? Ма-ма-ма. Но смс-ку наберет? Ма-ма-ма. Для кого читаю рэп? Для мамы. Никого важнее нет? Мамы. Почему музыка остановилась? Я не поняла. А ну, диджей, крути винилы. Я сказала, винилы крути. Кто сейчас читает рэп? Ма-ма-ма. Кто родил тебя на свет? Ма-ма-ма. Кто накормит при любых? Ма-ма-ма. Кто всегда будет любить? Ма-ма-ма. Что за компьютером засели? Ма-ма-ма. Вы вообще сегодня ели? Ма-ма-ма. Теперь ловите настоящий мамин рэп. Учите все уроки, покупайте свежий хлеб. Будешь курить за гаражами? Будет дома порка. А по субботам? Генеральная уборка. Голодный после улицы, вернулся я домой. Куда сразу к столу? Бегом руки мой. Это был рэпчик для детей, для подростков. Теперь родителям, так сказать, для взрослых. Вот я, обычная мама из Николаева. Зачитала сыном, пришла, поддержала его. Спросите, зачем этот рэп? Зачем эта одежда? Просто нашим детям нужна наша поддержка. Йоу! Кто сейчас читает рэп? Ма-ма-ма! Кто родил тебя на свет? Ма-ма-ма! Кто накормит при любых? Ма-ма-ма! Кто всегда будет любить? Ма-ма-ма! Кто всегда за нас горой? Ма-ма-ма! Для кого всегда герой? Для мамы. Кого любим на всю мощь? Ма-ма-му. У кого вкуснее борщ? У мамы. Кто в телефоне не поймет? Ма-ма-ма. Но смс-ку наберет? Ма-ма-ма. Для кого читаю рэп? Для мамы. И кого важнее нет? Мамы.